Ватикан не пускают. Вот в задворках Ватикана решила позавтракать. Лучше апельсины, говорят, что в Риме. Вот из них сок выжимают. По 3 евро вот такой стаканчик. И, конечно, что же я заказала? Самую итальянскую еду. Помидоры с сыром. Хотя сыр я не ем, но сегодня исключение. Хочу попробовать, какие у них тут помидоры. Вообще-то это итальянский флаг. Зеленый, красный, белый. У них все по цвету. Вкусно? Очень вкусно. Такие полицейские. С большими калашниковыми. Стоят 10 метров от меня. Ну и пусть стоят, да? Ну, завтра ко мне. Хочу только посмотреть Сикстинскую капеллу. Не знаю, получится ли. Вот такой бальзамик винегр, который на помидоры. Супер просто. Полить нельзя, нужно его распылять. Как вот это делать, не знаю. Он распыляется, и вся твоя одежда в этом бальзамике винегра. Вот так. Немножко соли. Жизнь слишком хороша. Что сказать? В Риме хорошо жить, но скучно. В Риме жить скучно. Вот я бы не смогла. Вот полицейские стоят, и что это там? Задворки Ватикана, так сказать. Вот эта стена, ее не пройдет. This is entry to 16th Chapel and the Fort of Vatican. Vatican actually was the fortress, and now it is. We see my guide, carry my luggage. Столько людей в Сикстинскую капеллу, мне предложили экскурсию только на 10, но мне это нужно в 9, а сейчас без 5-9, поэтому вот, немножко, да. У них, я говорю, ну что вы, я одна, столько места не займу, ну как бы, можно к любой группе присоединиться, вот так. И даже за 60 евро под вопросом. Поэтому Сикстинская капелла, может быть, и не судьба, по интернету лучше посмотреть. Вот так вот.
базилика Святого Петра в Ватикане. Вот. Но папа говорит, и туда не пускают, поэтому. That's my guides and guards. To protect me from Roman Pope, otherwise he will be overexcited and cannot speak. Yeah, it's true. It's true. Famous Vatican. So bright sun. Just to listen here on Paul Basilica. So many people here. Impossible to pass. So Roman Pope make it difficult for everyone. There's so big line because something happened in Vatican and police does not let anyone in, so not right day to visit. so many people queue there. Papa едет. Римский папа едет. Папа Римский едет, благословляет всех, и потом сейчас поедет туда. Вот туда на трон поедет. Что можно сказать об Италии? Ну что, здесь очень симпатичные мужчины. Они очень такие харизматичные, но выглядят старше своего возраста. Но женщины выглядят еще более старше, потому что они много более, и они одеваются просто отвар. Ужас, короче. Мало кто говорит по-английски. Вот розочка, маленький цветочек из Италии. Beautiful rose, they sell here. Real rose, not plastic. Wonderful gift. Wonderful is the Italian coffee. Такие впечатления об Италии, о Риме. Красивый город, но жить в нем скучно. Римский аэропорт. Чашечка капучино только €70, поэтому очень-очень хорошая цена. Что удивительно для аэропорта. Впечатлена итальянской галантностью мужчин и каким-то пофигизмом к себе итальянских женщин. Я понимаю, почему русские красавицы и здесь в цене. Вот так. Прощай, Рим. Happy birthday to me. And of course the piano where Natalia was singing. Only at the piano. Beautiful flower, because I have pink shirt, beautiful pink flower. Yes. Piano, I also want to go to see the piano. Попросим калинку использовать. Вот мальчик играет на пианино. All this happy birthday. Rome. Armani. That's why I'm wearing Armani for the Rome. Ciao Italia.